Ты Иван Золо? Рубка блуточков вагина, пенис мошонка хер. Ты подписан на нее? Да, я на нее подписан, потому что я, короче, один раз в рекомендации она мне выпала, и в комментариях все писали про какой-то, штатив. Чего вы ржете, бля? Ну ладно, тот, кто... Да, они знают, понимаете? Тот, кто знает, и тот, кто не знает. Ладно, у нее охуенные сиськи, все, отъебитесь от меня. Я имею право, подписываться, нахуй. Я свободный, гражданин сейчас, нахуй. Я вижу красивые сиськи, я подписываюсь. В чем проблема ваша, Вы что, меня за это будете осуждать? А чё я вам напиздел в самом начале? Я что-то не помню, что я вам напиздел. Чё это? Ебаные боди-арты на Твиче, новый уровень. Готов по... Блядь, смотрите, такие стеты, блядь, стоят, бокальчик вина попивают, поняли? И стоят, блядь, эти смотрят, нахуй. Не, ну я понимаю, они там стоят, им по кайфу, им по 90 лет, они такую хуйню впервые видят, блядь. Ну в маске она, наверное, чтобы ее не зачмырили, если... Хорошо, за сколько бы вы жопой нарисовали картину? За 5 минут. Прекрасно, подходит. Okay, просто... Так, это мы видели. Теперь это просто очки, пи***тые. Ready. Что здесь происходит? Глист в моей жопе, блядь. Ребят, прекрасно должно быть все, а не только грудь. Лицо мне не понравилось, не подписываюсь, не интересует. Надо проверить, чтобы написали, не интересует. Здесь есть такое? В начале, в конче, понятно, комфортно. Нет, не интересует, не написали. Победа Airlines. Ебать, я бы очканул, пи***ц. И тупо быдло Руссо Туристо такие сели и такой, такие. Обычно не долетаем. Спасибо, что долетели, блин. Ты так же делаешь. Слушай, я раньше делал, а потом я понял, что это не имеет никакого смысла, блядь. Ты, блядь, что, хлопаешь за то, что ты заплатил за перелет, блядь, и ты живым приземлился, блядь? Ты платишь за это? Это, блядь, я не знаю, ну тогда, блядь, с такими темпами можно, блядь, таксисту, блядь, похлопать. В маршрутке, в автобусе, где угодно, блядь. Женя разбился, нахуй. Ты меня не наебешь. Ты там какую-то большую тарелку, мужик, держал, а потом показал свою раму, ебать. Я тебя помню, нахуй. Или это Билли Джин, который насрал в кувшин, не пойму. Как ТикТок узнает, что я начал играть в Fall Guys? Блять, меня где-то слышно? Алло, я гей, я гей. Я гей. Члены, пенисы, резиновые. Обзор. Микроволновая печь, iPhone 13 Pro купить. Обновляю. Ебаный нахуй. Так быстро, блядь. Не надо пенисы, я ж пошутил. Не надо. Бля, вот я бы не хотел, чтобы мне кто-то за лупу отгрыз вот так. Знаете, я заметил то, что все в природе как-то, блядь, похоже друг на друга. По форме, по виду, блядь. Вот, ну смотрите, ну это же реально пенис. Если разрезать пополам мандарин, он похож на пизду. То есть, ну что, блядь, происходит? Типа, почему все так похоже друг на друга? Или что там на пизду? Мидия, блядь, на пизду похоже. Вот давайте по факту говорить. Вы видели мидию, блядь, вблизи? Это же прям пиздец. Да нет, дело не в том, что я испорченный. Просто хуйня какая-то, все похоже. Ваша жизнь показывает, охуеть. Постойте, я вхожу в список людей, которых уж отец ушел за хлебом и вернулся. Мы разные. Мы не похожи.
Видите, какой пиздюк, это Максимка. Он компьютер смотрит. Пацаны, я выбрался. А теперь беги, Вика, погоди. Баян. Я могу не отдать. Что тут за х**а происходит? Выключится. She loves the wind. She likes to take breaks. A little relax time. Then she is back at it. Что это? Блять, это пиздец нахуй. Я не извращенец или что? Ну просто пиздец вообще ёбаный какой-то нахуй. Почему, блять, мошонку маслом натирают? Put this behind us, baby, we go. Put this behind us, as again. Блять, это ёжик. Блять, лысый ёжик, это пи***ц. Как он таким стал? Идите нахуй, кто в чате чё пишет, блять. Уёбки. Чё это, палка ебаная, и что? Жиза, да. Воспоминания разблокированы, детство. Бля, мы так похожи, пиздец. Мы все так похожи, мы делали одно и то же в детстве. Просто одно и то же. Пиздец, какого хуя? Kiss your dog on the head and record their reaction. Знаете, наверное, только мы не делали то, что делали наши отцы и деды. Какие-то ловушки, блядь, которые пол руки отрывают. Ну вот такую хуйню, блядь. Вот этого у меня не было, если честно. Послушайте батю. Что он вам расскажет, как они в детстве угорали? Это просто пиздец. Я думаю, как он хуй дожил вообще? Тик-так, je vous montre ce poisson extraordinaire. Voilà. Regardez la bouche. Че? Si elle veut bien. Иди-ка ты нахуй, друг. Что это? Regardez les dents que ça a, ce poisson. Бля, ебать, уебище какое. Attendez, je vais vous montrer. Что это за чмо? Regardez les dents de ce poisson. Блять, как меня трипофобнуло сейчас. Incroyable. Что это такое? Тим Тик-Ток, je vous montre ce poisson extraordinaire. Фу, какой ужас. Скажите, пожалуйста, а вы боялись в школе выходить к доске на у... На у... На у... Wake up, wake up! Фу-фу-фу-фу-фу. Такие убытки мелкие. Что нужно было делать, чтобы туда... Еба... Он что туда, блядь, окурки из ушей, блядь, складывал, или что это? Пиздец, там живность какая-то. Ебать, там взлет. Да? $22.59 на часах за пивом хуярит. Баян пиздец. Что он делает? 478 метров. Можно стрелять. Ебать, удочку закинул жестко. This one is not friendly. Блять, что это? Почему? Нет, это животное, это какой-то, блядь, червь. Почему, блядь, оно волосатое? Я не понимаю. Нахуя? Червю волосы, блядь. Чё за хуйня? Я вообще не ожидал, блядь. Максимальное осуждение происходит.
Да, почему, блядь, эта машина перемещается по городу, типа? Кто-нибудь скажет, типа, или что? Или там нету закона, блядь, на чем перемещаться? У нас просто пи***ы дадут. А, ну, блядь, Red Bull Motorsport, понял. Все, вопросов нет. Уплочено, блядь. Кто это? Это кролик, что ли? Ой! О, блядь! Все, поехал дальше. Who would do this? Откуда их столько, блядь? What do you think about California? You like it? Yeah. Do you like it? You taking a shit? What you doing? What do you think about California? Очко! Плавки! Бля, ну какую-то хуйню доставал нерабочую. Я думал, там будет новый в коробке iPhone, блядь, 13 Pro, блядь, не? Он чистит дно. Он чистит говно. О, дед. Ты блины приготовил? Не, я не люблю блины. Пойдем кушать блины. Ладно, пойдем. Ваян, пиздец. Что это, блядь? Это что за BMW такая? Сколько держится перегар? Дима, почему помидоры не любит? Путин краб. Как избавиться от брата старшего? Ты что, крыса? На всякий случай осуждаю, тут не проверено временем. Где раздобыть деньги на пиво? Включи секс. Спали ли башкиры на лошадях? Фух, цивильно. Бля, вот это прям вообще разъём, блядь. Я что-то проорался прям.